Под таким девизом у этих выпускниц прошли школьные годы. Сегодня они на пороге новой жизни. 24 июня они с остальными выпускниками собрались вместе, чтобы исполнить свою давнюю мечту – пройти по центральной улице города в нарядных платьях и костюмах. В этом году со школой попрощались более 400 выпускников. Поддержать их пришли сотни рыбничан. Напутственные слова прозвучали от представителей правительства республики, госадминистрации, горсовета, УНО и родителей. Перед выпускниками выступали рыбницкие творческие коллективы. Свои таланты демонстрировали и сами виновники торжества. Пели и танцевали. Эмоции в этот вечер переполняли всех, родителей в особенности. Непередаваемые, неописуемые чувства. Это что-то такое и грустное, и в то же время очень приятно и радостно, что мы дожили до такого, и она нас не подвела. И закончила. Вчера ездили в Тирасполь, получили золотую медаль. Сегодня тоже все празднества. Естественно, на душе очень радостно. Закончила гимназию номер один. Учеба прошла успешно, я доволен. Она хорошая ударница. Дай Бог счастья и здоровья. Где пятерки, где двойки, где тройки? Где проходили заново всю программу вместе с ней? Так что как первый раз первый класс, так и до 11-го. Повторили всю школьную программу. Торжественно и одновременно весело проходила официальная часть выпускного бала. Сияющие глаза, радостные улыбки, фотовспышки и пожелания друг другу. Найти свою дорогу в жизни и обрести свое настоящее счастье. Всего самого наилучшего. А самое главное – здоровье и благополучие. Удачи, здоровья много, успехов в дальнейшей жизни, поступить хорошо, любви. Хочу сказать спасибо всем родителям, нашим учителям, нашему городу, нашему Приднестровью, которое помогло это нам сделать. В этом году 28 выпускников за отличные успехи в учебе удостоены золотых медалей, еще 24 – серебряных. Почетные грамоты получили 55 призеров и победителей различных конкурсов и соревнований. Их имена внесены в книгу лучших достижений выпускников. Также в этот вечер бывших 11-классников ждали танцы до утра и традиционная встреча рассвета. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Рыбья!